Ребят, всем привет! Сегодня у нас хорошие новости. Как вы уже поняли, было анонсировано новое DLC Back to Hell на остальную дивизию. В этом DLC будет добавлено 4 новых дивизии. Это 7-я бронетанковая дивизия Великобритании, знаменитые пустынные крысы. Свою славу они сыскали в африканской компании. Также было добавлено Demi Brigade SAS, это французское подразделение особой воздушной службы. Ребята отличились как в Африке, так и при высадке в Нормандии. За немцев была добавлена 2-я танковая дивизия, а также дивизия Festungsgroß-Paris. Расширился контент по части исторических миссий, было добавлено 7 штук, с возможностью прохождения как сингл, так и в коопе, то есть можно будет вдвоем проходить исторические миссии. В этих миссиях нам дадут возможность поиграть за 11 уникальных дивизий, которые ранее не встречались ни в компании, ни в мультиплеере. Это первая пехотная дивизия США, легендарный Big Red One, 11-я бронетанковая дивизия Британии, 1-я СС-танковая дивизия Лейбштандарт Адольф Гитлер, 2-я канадская бронетанковая дивизия, бригада, 4-я канадская бронетанковая дивизия, 3-я британская пехотная дивизия, 6-я гвардейская бронетанковая дивизия Британии, 29-я пехотная дивизия США, 90-я пехотная дивизия США, 326-я пехотная дивизия Вермахта и 2-й бронетанковый корпус СС. Помимо всего прочего, данная DLC будет включать в себя 58 новых уникальных юнитов. Их очень много, все перечислять не буду, вот только некоторые из них. Это Кригсмарины, Marine Infantry, Дуатин 520, истребитель, всевозможные французские зенитки, которые достались немцам после кампании 40-го года, то есть флаг М36, флаг 39, Фукивульф 190А4 с подвесом У4, Фукивульф 190А8 с подвесом Р1, бомбардировщики Митчелл, Кромвели 5 модели и так далее. Очень много юнитов, всего 58, я постараюсь разместить в описании к видео. Постараюсь, ребят, попасть на ЗБТ и уже оттуда черпать какую-то информацию. Всем спасибо за внимание, ждем новое DLC 13 февраля.